друзья, вот теперь людей на пляже стало очень много. Но море теперь выглядит вот таким образом. То есть волны сильные. Но песком вода, поэтому вот такого цвета. Хотя была очень чистая. Капец. Блин, купаться одно удовольствие. А просто видишь, а чувствуешь песок прям в воде? А. Посмотри, какая волна. Это Гагры, вот такие волны сейчас после вчерашнего шторма. Вчера был дождь, сильный ветер, и вот такое море. Но обычно оно намного чище, здесь красиво, здесь горы. Но сейчас это выглядит вот так. Тоже красиво. Друзья, всем привет! Сегодня 6 августа, и после вчерашнего шторма можно видеть, как сейчас выглядит море и пляжи. А, море вообще спокойное, но все равно, конечно, грязное. Да, еще не очищалось. Еще, да, еще. Но все равно уже так. Вчера было еще чернее, темнее. Сейчас подойдем ближе и покажем.
Так что, друзья, вот такие вот дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до следующего видео.